винтажный стерео ресивер Philips, значит, производство Голландия, модель называется 22 Rush 781/63. Аппарат построен выходной каскад на двух AD161 и на двух AD162. Это германиевые транзисторы. Значит, мощность, как можно так сказать, развивает. Не могут там развивать эти германиевые транзисторы большой мощности. Значит, при 8 омах он развивает, еще раз повторю, мощность 7 ватт на канал, при 4 – 10. Это так, скажем, для приятного прослушивания классики, джаза, там, ну, спокойного рока. Ну, упорного, напорного, конечно, не пойдет. Но любители этого Германии это все понимают. Главное, что состояние этого аппарата отличное. Сопротивление акустики от 4 до 8 Ом. Вот тут про это написано. Видите, 4-8, выход на наушники. Ой, на акустику всего один. Точка тире, имеет фонокорректор. Значит, вход AUX. Также он выполняет роль входа на CD. Ну, магнитофоны, там тейп, такие все дела. Значит, на борту имеет средние длинные волны. По-моему, даже короткие есть, да. И, ну, короткий ничего не ловит. Значит, бас высокий и низкий. Вот это высокий, это низкий. Баланс, громкость. Так, включим мы его, давайте, на FM. Вот, значит, загорается включение. Индикатор настройки на станцию. Чем больше сюда, тем лучше стерео. Горит огонечек. Что поет? Поет. Вот, имеется, значит, три станции в памяти. FM у него до 104. 104, видите? От 87,5 до 104. Вот так, раз. Система быстрых платежей. Наверное, заблочат за этого мужичка. Ладно, значит, включаем мы ему вот это вот дело и слушаем музыку. Сиди. Любителям бас. Вот я даже крутить не буду. На серединке стоит. Высокий под там. Правый канал. Вперед. Левый канал. Потише. Девяточка. Тик. И такой серийный номер. Наверное, сфотографирующий на фото. Питание 220 вольт. Вот неъемный. Thank you.
общем-то, шикарно поет аппарат. На девятке громкость мощная, не знаю, ТТХ заявлено 7, похоже, что больше. Так, выключаем, ведем итог. Philips модель, не помню уже какая, 22RH791, что ли там, /63, значит, питание 220 вольт на германиевых транзисторах, выход 2 161 одишек и 2 одишек 162. На этом все, спасибо.